Стартовала летняя оздоровительная кампания. 10 июня в Люберецких школах открылись лагеря дневного пребывания детей. В 12-м лицее, где отдыхают более 100 школьников, побывали мои коллеги. Летние городские лагеря открылись на базе 29 образовательных учреждений округа. Каждый день с понедельника по пятницу. Ребята ждет насыщенная развлекательная и образовательная программы. Ежедневно проходят для ребят кружки. Шахматный кружок, кружок английского языка, спортивный кружок, кружок по рисованию. То есть целый день у ребят активен, занят разными важными делами. И всегда им очень интересно, они радуются, улыбаются. Интеллектуальные задания, спортивные эстафеты и подвижные игры под открытым небом. Каждый здесь может повысить качество знаний и найти новых друзей. Я в этом лагере уже третий год. Мне тут очень нравится, потому что всегда очень весело и очень много всяких развлекательных программ. Я хочу пожелать своим друзьям этим летом очень хорошо отдохнуть, чтобы они чувствовали себя очень хорошо, у них было хорошее настроение. Основная программа летнего лагеря рассчитана на учеников младших и средних классов. Ну и ребятам постарше скучать некогда. Они вожатые. Нам нравится проводить время с детьми, как-то взаимодействовать с ними. Желаем побольше найти друзей, провести это время с умом. Это тоже очень приятно, когда старшеклассники будут заботиться о младших своих товарищах и будут помогать организовывать досуги, всевозможные мероприятия, развлечения. И, конечно, сопровождать наших детей на экскурсионных программах. Квесты будут для них организованы. Будет посещение музеев в городском округе. В 12-м лицее летний городской лагерь посещают 108 детей. Всего в летних лагерях округа отдыхают 3500 школьников. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.